Всем привет! Вы тут все пишете, что мы перекусываем, с утра успеваете суп делать себе, коктейльчики. Ничего не успеваю с утра, выпивать кофе успеваю. Вот, поэтому я делаю это себе в обед. Очень люблю коктейль клубника. Здесь он уже открыт. Порционная ложечка моя. Вот так вот где-то мы набираем. Ложим. Достаточно вкусно. Мне похоже на Несквик. Я делаю еще его в теплой водичке, он более пышный тогда получается. Ну, соответственно, это все взбиваю. В течение там минутки, можно даже меньше, потому что он делается пышнее. Именно когда он в теплой воде. Холодной он не такой. Вот. И что мне нравится в нем, то что вот это мой перекус. После него я смогу скушать, например, там салатик, либо там чашку чая выпить с чем-то. Вот это основное, то, что для моего организма нужно в обед. Все витамины, минералы и так далее, питательные вещества. То есть вот это вот такой быстрый перекус, который не делает тяжесть в животике вашем, а делает только полезные и вкусные вещи. Всем приятного аппетита, пока-пока.